7 нарушений за один день. В Гукинском прошел очередной рейд ГИБДД «Ребенок – главный пассажир». В течение дня госавтоинспекторы проверяли, как водители перевозят детей в салонах автомобилей. С начала года в городе пресечено уже 47 таких нарушений. У нас многие водители нарушают правила перевозки детей пассажиров в возрасте до 12 лет. А именно перевозят детей без специальных детских удерживающих устройств, а также специальных приспособлений, которые бы надежно зафиксировали ребенка в транспортном средстве. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что за нарушение правил перевозки детей водителям грозит штраф 3000 рублей.